iPhone 3G. Замена системной платы. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Системная плата подлежит замене в случае механических повреждений, при появлении микротрещин или при коррозии, связанной с попаданием влаги внутрь аппарата. Пинцетом отщелкиваем разъемы нижнего шлейфа, верхнего шлейфа, кабель Wi-Fi. Откручиваем винты по периметру системной платы. Затем отщелкиваем камеру и извлекаем системную плату. Снимаем камеру для установки ее на новую системную плату. На новую плату ставим камеру и устанавливаем плату в корпус. Защелкиваем камеру. Далее устанавливаем винты по периметру системной платы. Затем защелкиваем все шлейфы. Все, системная плата заменена.